Всем здорова, дорогие друзья, с вами как всегда Даваска, и сегодня мы будем оценивать сеты русских мажоров. Всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита, погнали! Вот кнопку, где нужно смотреть всех этих по статистике или почему-то еще в Эмире по региону. Вот один вопрос. Зачем ее убрали? Зачем? Ну, поставили бы сюда шестую иконку справа. Все было бы нормально. Нет. Вот кто не знал, если вдруг кто из вас до сих пор не догадался, вот на эту стрелочку в правом верхнем углу мы нажимаем, и открывается вот эта иконка. Я искал ее 2 дня, я без рофла говорю, что 2 дня я искал, где эта кнопка находится. Ну, в итоге я ее нашел, медали, получается, регион. Смотрим, 10388 медалек, зачем, почему, непонятно. Изучить, давайте посмотрим, в каком сете он играет. Вот такой вот сетик, кстати, по поводу сетов. Вот с прической, я набор, с ним соберу сеты, вот 3 дня подряд будут выходить видосы с сетами, с наборами. То есть вот с этим набором, сеты с пропуском, естественно. А также будут сеты с набором с колеса эволюции. Вот. Этот сет, ну, где-нибудь на 5 из 10, потому что нету ни маски, и торс вообще сюда максимально не подходит. А был бы какой-нибудь черно-красный, было бы лучше. Kill UA XXX. Давайте посмотрим, в каком сете он играет. Кстати, офигенный сет, но капец, как мешает грим. За грим мы снимаем 0,5 балла, поэтому 9,5 из 10. А так вообще все шикарно. Дальше, Фокер. Так. В каком сете играет он? Ну, шорты, сланцы, это как бы норм, но причесочку бы сюда хотя бы, и футболочку какую-нибудь, да даже без футбола и без футболки. А так, в этом сете прикольно бы смотрелись джазовые штаны и джазовые кроссы. 7 из 10. А потом у нас идет Вуди. Давайте посмотрим, в каком сете играет он. Босоноги, понимаю, мы Килуа, да, мы его оценили. Потом у нас сойдет Жуматов. Если вдруг какой-то ник прочитаю неправильно, то заранее извиняюсь. Агент 007, удивишь ты своим сетом или нет? Так, ага, тут просто печенька, видимо, он выбил вот этот новый набор, который только-только вышел. Краш 18+, топ-7 по медалькам. Прикольный сетик, но торс чутка не подходит. Сюда бы нужны другие штанишки. 9 из 10. Потом у нас идет Кэмл или Камл. Камл, скорее всего. Не босоноги уже, хорошо. Ля, сет шикарный. Знаю, что черных красивых кроссовок в игре нету. Ну, хочу этому сету дать 10 из 10, потому что он офигенный. Мне нравится. Потом дальше игрок с Daredevils, T-Rex. Кстати, как вы смотрите на то, чтобы оценить сеты этой замечательной гильдии? Тут просто тупо жнец, потом Эо
36 ЕЕ 95. А, мне кажется, это номер машины его, типа Е 036 ЕЕ 95. Прикольно. Интересная, кстати, задумка. А, но, к сожалению, босоногие. Потом у нас идет Сори, тоже с гильдии Daredevils. А, по-моему, очень много будет участников с этой гильдии. Кстати, неплохой сет. Штаны к торсу подходят. Мне, в принципе, нравится 10 из 10. Потом у нас идет ДД Бобо Ютуб. Тоже за гильдии Daredevils. У нас, походу, появилась и гильдия, которая будет в большом количестве сидеть в топке по медалькам. Но он, к сожалению, босоногий. Потом еще один с ДД, понимаю. Какой уже четвертый человек. Так, мастер. Надеюсь, не босоногий. Да, спасибо. Кстати, корона и вообще бандана прикольно сочетается, но не прям чтобы вау. Но, в принципе, интересно. 9 из 10. Потом у нас идет ГМГ Марс. Это ютубер Марс с черноты или как? Просто я не шарю чуть-чуть за это. Голова кролика чуть-чуть лишняя. В принципе, даже пропеллер в какой-то степени в тему с рюкзаком смотрится. Ну, на 8 из 10. Потом у нас идет Данред. И будет либо его красный сет, либо новенький синий. Вот этот. Он, в принципе, смотрится офигенно. Мне нравится. Такой синий-нефиолетовый, шикарный. 10 из 10. А потом у нас идет АН Пастер. Пастерок. Я надеюсь, не босоногий. Хотя по нику, ну, шорты, сланцы, это да. А торс, прическа с одного и того же набора, а так, в принципе, неплохо, 9 из 10. Потом ДД молодой, опять гильдия ДД, понимаю. Так, загрузочка, вот такой вот сетик, в принципе, прическа даже в какой-то степени в тему, но торс и штаны чуть-чуть вообще не смотрятся, 9 из 10. А потом у нас идет шапкист, ФФ. Или шапкист, не знаю, где правильно ставится ударение. Это, по-моему, фулл набор, если я не ошибаюсь, вроде бы. А потом у нас идет S2AXN UT, понимаю. Так, ну тут видно сразу же, что old, но прям все напихано. И прям на 8 из 10 сетик. Конечно, многие из вас скажут вау, но... Не знаю, 8, реально, не больше. Потом у нас идет модератор. У него сейчас будут красные штаны ангела, или не удивляйтесь. А, да, кстати, хочу. Ля, если Гарена, если меня слышите, дайте, пожалуйста, красные штаны ангела. Я вам такую рекламку этих штанов сделаю. Пже. Да чё ты фризишь, интернет? Давай нет. Короче, в принципе, сюда нужны были бы джазовые кроссовочки. И можно было бы даже этот торс оставить. 9 из 10. Потом у нас идет Асил 444 или Асил. Не знаю, как правильно читается данный никнейм. Интернет стал моросить. Капец, босоногий. А потом у нас идет Эд Мия. Ей 15 лет. Это, скорее всего, женский сетик у нас будет, да. Ну, голова Джокера мне не нравится. А так, в принципе, неплохо. 9 из 10. Ну, чё это такое, а? А потом у нас идет Терсастер, Вайнвинет, Дороу, покажи свой сетик. Так, эмоция вылетает. Ну, я помню, у него был офигенный черный сетик, прям чистый, да, черный. Этот, в принципе, неплохой, прическа, кулачки, все смотрится, но 9 из 10. Можно лучше. А потом у нас идет... Егор 645 Егор.
У него бронза, но у него куплено много медалек. Зачем? Плюс фулл набор с инкубатора. Потом просто Black. Давайте посмотрим на его сетик. Так, ну тут чистая мишка. Потом Elite Arse. Раньше я помню игрока с ником Elite. Он сейчас, по-моему, игру забросил. Кстати, охренительный сет. Просто охренительный. Конфетка. Это, наверное, один из самых красивых сетов в этом видосе. Он в натуре офигенный. 10 из 10. Потом у нас идет кто? Азроиль или Азраил. Не знаю, как правильно читается. Босоногий. Потом ДД Вафля. О, опять ДД. ДД, понимаю. Так, ну, ясно, что тут. Оценивать дальше Мината. Посмотрим, в каком сетике. Кстати, офигенный. Мне нравится. Почему бы не 10 из 10? И вот что не посмотрю, люди с данной гильдии, у них прям у всех по медалькам все великолепно. Дальше Азам. Я надеюсь, он в красивом сетике. Со штанами ангела все дела. Не со штанами ангела, но такой чисто фастер. Фастерский, что ли, сетик. А куда делись штаны ангела? Они бы тут поприкольнее смотрелись. А так, сет на 4 из 10. А дальше, не знаю, не видно, что за ник. Сейчас посмотрим. Если, конечно, покажут Пума. ХВ, не Хуливар. Так, ну, сюда бы чуть-чуть другие штанишки, было бы шикарно. Хотя бы штаны с маской Е на поясе, или джазовые, или какие-нибудь такие серенькие. Вообще, я собирал с этим инкубатором, сюда бы подошли штаны с этого. Такой был красивый Е набор с карнавала, вот, зелененькие, они бы подошли. А так 8 из 10. Дальше у нас идет Гудвин. Давайте посмотрим на его сетик. Так, загрузка. Угу. Инкубатор за 3 чертежа, штанишки, набор, торс, штаны с одного и того же набора, прическа тоже. Он просто в наборе изменил маску и кроссы. Понимаю, Пикачу с гильдии Семья. Угу. По-моему, это не те нехорошие игроки с турика, поэтому давайте. Ну, в принципе, сетик интересный на 10 из 10. Дальше у нас идет кто? КЗ Алок 5701. Понимаю. Дальше. Угу. Вот такой сет. Ну, кстати, торс и бандана шикарно смотрятся, но штаны и обувь такое себе на 6 из 10. Артём с циферками опять, понимаю. Так, Артёмка 228 еще бы поставил себе ник. Ну, чисто скайлер, грим, кстати, интересно смотрится, даже в принципе нормально. Слушайте, а мне нравится. Я бы, наверное, я даже поставил этому сету 10 из 10. Потом у нас идет Трината любит кого-то на F. Так, вот такой сетик, кстати, прикольный. Я всегда думал, что со штанами хрен что соберешь, но этот сет мне нравится. Даже рога в какой-то степени в тему 10 из 10. Дальше у нас Че Казак. 37 место в топе региона. Вот такой вот сетик, в принципе, тоже интересный, но 9 из 10, потому что кроссы синие, к чему синие, непонятно. А дальше Эрике с приставкой GF, GF. Не знаю, как босоногие. Потом у нас Кикачбек, это тоже ютабер с Казахстана. Ну вот, просто фул такой наборчик, понимаю. И последний это Speed XXX. Давайте посмотрим, в каком сете играет он. Чисто сет Азама. Реально. Также 4 из 10. В принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. И да пребудет с вами скилл.